школах искусств и музыкальных школах Анапы пройдет дополнительный набор. В пятницу в учреждениях дополнительного образования ждут всех желающих пройти обучение по общеобразовательным, общеразвивающим и предпрофессиональным программам. Набор будет идти до 25 августа, как на платной, так и на бесплатной основе. Список школ искусств, куда можно обратиться, и перечень предлагаемых услуг вы можете найти на нашем сайте anaparegion.ru.